Всем привет! Вы на канале Татати Док. И в сегодняшнем ролике мы поговорим про витамин D. Как, в какое время суток, в какой форме его лучше всего принимать. Поехали! Начнем с того, что витамин D называют солнечный витамин, потому что его количество в организме напрямую зависит от попадания солнечного света. Он синтезируется в организме за счет ультрафиолета и отвечает за обмен кальция и фосфора. Без витамина D невозможна работа многих органов в нашем организме, а при его недостатке первым признаком считается ломкость и хрупкость костей. Жителям в странах, где много солнца, не грозит недостаток витамина D, так как он синтезируется солнечными лучами. Ну а в холодных странах люди часто испытывают недостаток этого витамина. Итак, правила приема витамина D. Препарат следует принимать утром или в обед, то есть в первой половине дня, поскольку он напрямую воздействует на нашу центральную нервную систему и, как правило, может вызывать возбуждение и бессонницу. Особенно это касается детей. Далее. Поскольку витамин является жирорастворимый, пилюлю нужно принимать с чем-нибудь жирным. В этом случае он лучше усваивается. Также показан отдельный прием витамина D и витамина Е. Если будет совместный прием, то не усвоится ни один витамин, ни второй. Хорошо с витамином D усваивается кальций и витамин К. Совсем не обязательно за один прием принимать все три пилюли – витамин К, кальций и витамин D. Главное, чтобы в организм попадала суточная норма этих веществ. В целях профилактики витамин D принимается в дозировке 800 единиц, приблизительно 1-2 раза в неделю. Этого вполне достаточно для поддержания фосфорно-кальциевого обмена в нашем организме. Какие продукты богаты витамином D? В основном это жирная рыба, печень трески, яичный желток, молоко, сыр, творог. Напрашивается вопрос, а можно ли получить суточную дозу витамина D с этими продуктами? Ответ – нет. Даже если вы будете объедаться этими продуктами с высоким содержанием витамина, суточную норму вы все равно не получите. В каком виде лучше всего принимать витамин D? А в каком вам больше нравится? Это могут быть капсулы, таблетки, растворы. Но обратите внимание на форму витамина. Смотрите, давайте ее сейчас разберем чуть поподробнее. Есть эрго-кальциферол, это витамин D2, и есть холекальциферол. Это витамин D. Витамин D, то есть холекальциферол, усваивается в нашем организме больше. Также он стабильнее и надежнее поддерживает концентрацию витамина D в нашем организме. Именно поэтому для лечения гиповитаминоза используются препараты именно с холекальциферолом. Ну что ж, мы с вами поговорили про витамин D, про его формы, как он усваивается. И я надеюсь, что вы для себя узнали что-то новенькое. Ну а вы были на канале Татати Док. Жду от вас ракету, подписку. Всем добра. Спасибо за внимание.